Друзья, дорогие, я вас приветствую. Я сейчас все еще в Лос-Анджелесе нахожусь. Сейчас мне должны уже скоро начать грузить. А пока я прошелся, прогулялся, так сказать, размялся возле места ожидания своего, возле компании. И вот я увидел такие деревья. Как мне кажется, это эвкалипты. Очень похожи на эвкалипты. Жаль, что листья аж высоко, не могу их понюхать. Но, может быть, кору какую-то бы найти, может быть, понюхать ее. Хотя у меня с этим коронавирусом нюх существенно подпортился. Да, очень похож на эвкалипт. Очень похож на эвкалипт. Ствол, по крайней мере. Ну и листья тоже. То, что я вижу, они именно такого рисунка, как у эвкалипта. Да, запаха особого нету, но, по крайней мере, я его сейчас не чувствую. Ну, тем не менее, эвкалипты растут, я знаю, в Калифорнии. Многие русские даже с них венички делают и в баньку ходят, парятся такими вот эвкалиптами. Так, вот еще есть пару деревьев красивых с виду. Такой гладкий ствол, гладкоствольный. Никакой обычной, привычной для нас коры шершавой. Гладкий ствол, и он, между прочим, тоже шелушится, какие-то слои местами сходят с него. И вот такой вот рисунок имеет ствол. Гладкий, довольно гладкий ствол. Мощный, крепкий. Тут внизу все посрезали, и там аж вверху ветки. И листья именно такую форму имеют эвкалипта. Слава богу за эвкалипт. Очень замечательное растение, полезное, лечебное. Вот такие дела, друзья. А у меня есть желание сейчас вместе с вами почитать один псалом, очень интересный. 19-й псалом. Он, кстати, на мой взгляд, очень даже актуален сегодня. Так что давайте почитаем и за все воздадим славу Господу. «Да услышит тебя Господь в день печали, и да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои, и все сожжения твое да сделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе».